Всем привет! Сегодня у нас будет субботник, ну не знаю, традиционный, нетрадиционный, но посвященный больше основам, больше фундаментальным вещам, чем каким-то конкретным инструментам, каких-то конкретных языках, фреймворках и так далее. И я такие субботники люблю гораздо больше, потому что здесь есть о чем поговорить, и я думаю, что многие из вас обогатятся новыми знаниями после этого субботника. Может быть, кому-то чуть-чуть порвет шаблон, это хорошо, это правильно. Если вас начинает бомбить с доклада, значит, здесь есть о чем подумать. Это не значит, что докладчик несет фигню, это значит, что что-то у вас, возможно, не так с пониманием, и нужно об этом подумать как минимум, а потом уже решать. Значит, я напоминаю, что у нас там на выходе стоит коробочка для донатов, тем, кто еще ее не видел. Это не обязательное действие, но это помогает нам обеспечивать вас всякими печеньками, чаем и так далее. А также бейджики докладчикам и вот это все. Итак, у нас первый докладчик будет Алексей Городецкий, аспирант МГУ. Но я сначала хотела бы дать слово Диме Малиновскому, который хочет представить некий новый формат, экспериментальный. Если все понравится, будем делать. Да, всем привет. Дима Малиновский меня зовут. Появилась такая идея. Может быть, кому-то из вас будет это интересно, может быть, вы эту идею расскажете своим друзьям, кого сегодня нету. Идея такая. Open source субботники. Это такой формат, когда, например, раз в месяц мы собираемся и контрибьютим в open source проект. Вот, я думаю, что ну, кто-то из вас, наверное, слышал, что такое open source, да? Наверное, кто-то даже хотел что-то куда-то законтрибьютить. Возможно, кто-то стесняется, у кого-то нет времени, кто-то не знает, как это делать. А чьи-то пул-реквесты все время отклоняют? Да, чьи-то пул-реквесты все отклоняют. Кто-то делал и там сейчас выйдет и расскажет, как это все делать, да? Вот. Это все еще прорабатывается идея. Мне сейчас интересно, вот поднимите руки те, кому это было бы в принципе интересно хоть в каком-то виде. Ага. Хорошо. Те, кто не подняли руки, кто готов ответить, почему вам это не интересно? Еще раз всем, да? Идея сделать open source субботники, когда люди собираются и контрибьютят в open source. Ну да. Возможно, учатся этому те, кто да, возможно, учатся. Вот те, кто не подняли руки. Вот кто-нибудь может буквально в паре слов сказать, почему вам это не интересно? Может быть, вы просто не поняли вообще, о чем я говорю? Ну да, очень абстрактно звучит. Очень абстрактно. Результатом каждого субботника должен быть какой-то артефакт, issue, pull request, документация, какой-то реальный результат. Не просто посидеть и пообщаться. Предварительно, что проект выбирается или что? Я предлагаю коммерцию. Вот. Вот в этом мне нужна ваша помощь, вот тех, кто хочет этим заниматься. Ребята, проходите вперед, здесь есть места. Там еще два места есть. Да. Потому что то, как выбирать проекты, как выбирать языки программирования, это открытый вопрос. Кто-то пишет на Java, кто-то на Python, кто-то на Ruby, кто-то на C. Да. У меня есть некий набор проектов, да, и мое желание это найти себе контрибьютора. Вон место впереди. Мой проект. Мои проекты, да. Вон там с края. Мне не хватает свободного времени. Вон там, господи, вон место. Я не хочу сейчас много времени отнимать. Я хотел просто сейчас закинуть идею. Кому интересно, давайте между докладами, после докладов подойдите, пообщаемся, обсудим. Okay. Все, спасибо. Mm-hmm. Да. Так, и еще во время перерывов, пожалуйста, давайте будем все точно выходить, потому что сейчас здесь будет очень душно. Чужой. Да. Итак, слово Алексею. Сейчас поймают место, где нужно стоять. Спасибо, что все пришли. Сейчас я немного разволнуюсь. Да. Сегодня у нас очень сложная тема.
Вот, я учусь в аспирантуре уже 2 года в МГУ и занимаюсь всякими странными вещами, которые никому не нужны. Вот, типа, думаешь на тему того, почему языки программирования плохие или хорошие, что с ним сделать. И вот мои интересы — это менеджмент памяти, обработка ошибок, метод программирования и кроссплатформенные билды. Ну, в общем, все, что на сегодняшний день не является решенными вопросами в области разработки языков. И, соответственно, первая проблема я занимаюсь это около 2 лет, а второй где-то 6 месяцев. И во вторник я понял, что я ничего не знаю по поводу обработки ошибок, что все слишком сложно, и я не готов не давать никаких ответов, а поднимать одни вопросы. И поэтому мы сегодня поговорим на тему, на которую я знаю больше гораздо, и на которой есть реальные цифры. И поговорим мы про менеджмент памяти и рантайм языков. Вот. И, соответственно, доклад называется «Бенчмарки. Как я разгонял компилятор». Вот. Значит, давайте сначала поставим, посмотрим, в чем проблема, зачем мы все это делаем. Вот есть у нас такой язык C. Он очень быстрый, является лингва франка для всех остальных языков, потому что все так или иначе с ним взаимодействует на уровне платформы. Глядя на C-шные программы, можно легко сказать, сколько они стоят в плане процессорного времени. Но, блин, есть некоторая проблема, что сырые указатели, они дают возможность делать вещи, которые нельзя делать очень часто. И поэтому C, к сожалению, сейчас у нас не можно отнести, что Java или других языков. Вот. У нас есть, например, такой классный язык, как Java, которого я же говорю, второй из garbage collector, на нем можно писать и даже читать. И почти нет, не бывает сикфолтов, потому что если вы сами не попросите, я... Ну, я понимаю, что кто-то не любит Java, но я скажу, что индустрия говорит, что Java — это не так уж плохо. Вот, но у него есть реальные проблемы. Это то, что у Java максимальный рантайм из всех рантаймов, которые я знаю. То есть это примерно, там, образ виртуальной машины около там, 50 мегабайт и 300 мегабайт JDK. И проблема в том, что Java, на Java невозможно писать под микроконтроллеры. И смотря на код на Java, сложно сказать, сколько он стоит в конечном итоге. И, соответственно, что бы нам сделать такого, чтобы получить преимущество того мира? Как бы? То есть C и Java занимают разные полюса. Наверное, есть какая-то средняя точка, какой-то стык, калькулятор, на котором мы можем что-то сделать. И вот у нас есть некоторая базовая идея. Вот у нас есть Java, у нас есть куча ключей, там порядка сотни GVM, и некоторые из них настраивают garbage-коллекторы, то есть алгоритмы какие-то для них, конфиги. Вот. Но все это делается глобально для всей GVM. То есть у нас есть одна программа, которая часто... Ну, то есть я, например, работаю сейчас на проекте, в котором там 500 тысяч строк кода на Java, это все в одной GVM, и, соответственно, если... То есть не бывает так, что этот алгоритм хорошо подойдет для всех строчек этого кода. Почему бы нам сделать так, чтобы мы могли более формально... у нас была на уровне какая-то конструкция, которая позволила бы какой-то блок кода использовать каким-то конкретным garbage-коллектором. Вот. И еще это сделать так, то есть все мы всегда можем это сделать, но нам не нужно переписывать код, потому что нам нужно будет переписывать явно локации, и это как бы никто не будет делать на втором уме. Вот. Соответственно, мы сейчас посмотрим, как подобных вещей достичь. Сегодня я предложу одну из моделей, как это можно пробовать сделать, и мы попишем некоторые бенчмарки на нее. Ну и дальше будет долгая история о том, как это все оптимизировалось до каких-то внятных состояний. Вот. Первое, что важно в любом языке нативном, для которого нужна быстрая производительность, хорошая скорость, нужны value-типы. То есть все у нас есть структуры, которые не лежат на хипе, они встраиваются в дочерние объекты и не требуют каких-то аллокаций, там, использования аллоков и так далее. Есть референс-типы. В C нету таких вещей.
это пошло дальше, наверное, со временем Java или Lispa даже, наверное. Если раньше было сейчас C. Вот. Есть референс-типы, это типы, которые ведут себя на самом деле как указатели. То есть в C нам явно нужно писать указатели везде, но сейчас эта тема сильно отходит на второй план. Все-таки современные языки, они нас от этого ограждают. Вот. Ну, что еще интересного? Нет нулов. То есть, на этот слайд можно комментировать. То есть, во многих языках типа Haskell и так далее, есть stacked union, где вы как бы физически охраните как тег, типа что лежит в этом объекте, и какие-то данные в базе. И потом вы паттерн-матчинг и прочие вещи, вы разбираете, потом, что там реально за тип, и в зависимости от этого делаете какие-то вещи. Вот. Но это нам просто в дальнейшем понадобится, это не сильно важно. Соответственно, есть две модели вообще, два подхода глобальной сборки мусора. То есть первый подход — это подсчет ссылок или референс-каунтера, и много языков его используют, там Perl, Python, Swift, Apple очень любит эту технологию. Она очень простая, что мы добавляем к объектам еще кусочек данных, там 8 байт, например, и начинаем в него читать и писать, то есть смотреть, сколько ссылок на объект реально есть. Если они становятся нулями, тогда мы объект удаляем с хипа. Вот. А есть другие коллекторы, которые используют там Java, Golang, Net и другие языки, которые ведут себя по-другому. То есть они обходят всю кучу, находят достижимые объекты, копируют их, а про недостижимые забывают. То есть это две абсолютно противоположные парадигмы. То есть и разница в том, что первая, она как бы память освобождает во время как бы потери объекта области видимости, а вторая, когда у вас кончается память. То есть по-хорошему почти все коллекторы ничего не будут делать, пока у вас есть память. То есть, и в этом их трассирующие, в этом их на самом деле силы. И вот у этих коллекторов есть свои проблемы. А у подсчета ссылок он очень предсказуемо себя ведет. То есть, смотря на код, можно сказать, сколько будет стоить этот код. Потому что там все очень предсказуемо. То есть, но есть серьезные проблемы, что если вы создаете очень много объектов, они быстро умирают, тогда у вас сложность становится OOTM, количество объектов. То же самое с глубокими иерархиями. Ну, а также каждое изменение ссылок теперь приводит к дерганию референс-каунтеров, что тоже очень, на самом деле, серьезно влияет на производительность. Вот, и трассирующие ГЦ, они работают на других сценариях хорошо. То есть, когда у вас в подделе куча мусора, а реально из этого мусора ничего живо не осталось, тогда, соответственно, коллектор нужно будет собрать только чуть-чуть, там, несколько объектов, какой-то короткий граф. Но если вы пробуете сделать кэш на GVM, то вы... Нам нужно идти к Алексею Шепелеву и каким-то людям, которые очень хорошо знают, как работает GVM, и подбирать какой-то коллектор, чтобы он просто не умер от того, что у него в Survival Space потеряет очень много объектов, и он будет заниматься тем, что будет их копировать. Вот, еще третий подход, который вообще не коллекторы, это так называемые пулы, широко используется во всешних всяких программах, то есть когда вы просто берете кусок памяти, его нарезаете под свои нужды. И никаких референс-каунтеров у вас там нету. То есть единственная проблема с пулами, что так как память не освобождается, то вы можете в Vault of Memory очень легко улететь, даже несмотря на то, что как бы, у вас она еще типа есть. Соответственно, этот подход самый быстрый, но требует большого внимания за тем, что вы делаете. Не используйте широко. Вот. Соответственно, если мы хотим сделать так, чтобы у нас был какой-то рантайм, который позволил бы разные коллекторы использовать, нам нужен какой-то общий API. Соответственно, я решил что трассирующие коллекторы нам нужны. Вот. И можно сократить набор доплов и референс-каунтеров. Поэтому у нас глобально есть три функции. Тредлокально, который представляет из себя коллектор. И, соответственно, чтобы
на ходу подменить алгоритм нужной памяти, вам нужно в эти глобальные перемены записать новые значения, новые функции, вот, что-то сделать вот в этой функции из numpool, block или usage. То есть вы там сделали себе bugpool, потом внутри него что-то делаете, там, например, создаете кучу объектов, но на самом деле вы не имеете какого-то импакта, да, на их нужной памяти, потому что вы вот здесь, например, поставили вот эти функции pull out, которые, например, в инкременте ничего нет, в релизе ничего нет, а локация очень быстрая, да, то есть она вот. Идея очень простая. Соответственно, нам нужны какие-то бенчмарки, чтобы понять, вообще это работает, или, ну, там, например, с того, что мы будем глобально титроблоковую переменную читать, и там весь перформанс свой закончится у нас. Нам нужны какие-то бенчмарки. Есть такой очень холиварный сайт, называется Computer Language Game, где собраны задачки. И, наверное, все знают, ну, те, кто вообще интересуется скоростью там языков. И на самом деле это хорошая справная точка. То есть есть профессиональные бенчмарки, типа спека, но о них очень мало кто знает, а широкая публика знает об этом. И, соответственно, я решил сегодня разобрать одну задачу про бинарные деревья. Так она самая сложная в плане работы с памятью. То есть она делает очень простую вещь. Создает просто тонны бинарных деревьев вот такого вида. То есть просто есть как бы есть левый узел и правый узел, а данных нет. Ну, так задача поставлена. Она создает эти деревья, их обходит. То есть там несколько миллионов раз или даже. Вот. Соответственно, весь ее основной цикл этой программы состоит из двух функций. Создать дерево какой-то глубины, например, 21. То есть, если глубина 21, то это 21, 2, 21 числа узлов. А потом по ним пройтись, используя функцию checksum. Вот. Очень простая штука. Еще подождать, или все уже ехали в псевдокод? И... Это псевдокод? Нет, это не псевдо. Как называется язык программирования? Я не знаю что. Ну, понятно, то есть мы создаем тут дерево, это чистая сишка. Вот, собственно говоря, основной цикл этой программы. То есть мы создаем сначала первое дерево для того, чтобы создать больше боли аллокатору, например, молоку. Потом мы создаем еще вот здесь, мы создаем еще очень много деревьев, там несколько миллионов раз. И потом печатаем для них статистику. Соответственно, программа печатает вот такую штуку. То есть она говорит, что сделала такое-то дерево, такой-то глубины, и вот ее сумма, и так далее. Этого дерева. Все очень просто. Вот, соответственно, я померил на своей машине, сколько это все занимает. То есть, так как есть другие языки, мы в роли догоняющих, это очень хорошо, потому что можно посмотреть, насколько, какие оптимизации можем оттуда стырить. Вот. Соответственно, GCC тут абсолютно вне конкуренции. В принципе, даже я не успел сюда раст поставить, даже раст медленнее. Вот. Причем существенно. Java, кажется, очень неплохо. Интересно, что Голланд, я не знаю, то есть Google говорит, что это очень быстрый язык, но... Нет, смотрите, тут хитрый слайд. Python работал 8 потоков, на самом деле. То есть на 8 умножить цифры, тогда будет... Я утром очень торопился, и мне некогда было ждать, это делал слайды, чтобы замерить, и я его не стал. Вот. Нам нужны какие-то инструменты для того, чтобы понимать, какие мы делаем оптимизации, что мы вообще делаем. То есть для этого есть, я использовал пока две утилиты. Это time, ну, понятно, просто посмотреть, сколько времени программа проводит в user space, в игре. Вот. И есть вещи поинтереснее, это perf. Соответственно, без perf вам как бы, ну, или какого-то аналогичного инструмента вам делать нечего в бенчмарках.
Соответственно, перв просто стандарт, потому что программу раз в там, сколько-то миллисекунд смотрит, что сейчас на вершине стека лежит, какая функция. И инкрементирует, значит, записывает, что вот эта функция вызывалась. И так происходит там, тысячу раз в секунду там, или в миллисекунду где-то там, в ядре. И он собирает статистику. Исходя из этого, он считает, что такая-то функция столько-то процентов времени взяла, такая-то... Вот. Но это еще это хороший инструмент. Есть еще вторая часть. Это так называемые hardware-counter. То есть в современных процессорах Intel, там, AMD, в армах, наверное, тоже, есть так называемые hardware-counter, внутренние счетчики, которые считают, сколько раз вы там промазали по хэшам, сколько у вас ветвлений было, сколько промазали по ветвлениям, сколько вы инструкций там исполнили и так далее. Очень много всяких вещей. И без этого тоже на самом деле никуда. Вот. Ну и в общем я сделал что? Я написал сначала компилятор всего этого. Вот профиль этой программы. И она работала 25 секунд. Мне вообще интересно, почему было медленно, потому что я еще ничего не сделал. Я написал просто какой-то трешовый ассемблерный код, нагенерировал и лаунг медленный, я не знаю, в чем проблема. Может быть, я что-то не так померил. Вот. Ну да, значит, в чем слайд интересен? Тем, что мы здесь реально полезные работы, у нас 12% из этого профиля. 12% из этого профиля. То есть, самое и make 3. Все остальное время мы развлекаемся. То есть мы сидим в молоке, в фри, в системных аллокаторах. Дергаем референс-каунтеры вот здесь, дергаем деструкторы объектов, ходим в shared library. Ну, в общем, по факту занимаемся каким-то непотребством. Вот, надо это как-то пофиксить. То есть, сначала я решил разобраться с деструкторами. То есть, там, к сожалению, я не сделал слайд, который пока решил проблему, поэтому просто скажем, что я починю проблему. Дальше. Есть такая интересная вещь, то есть, как я сказал, сейчас, секунду назад, у нас есть этот слайд. Вот этот слайд. У нас есть юнионы, то есть, если все у нас узел дерева может быть на, и мы просто сравнили его с нулом, и в зависимости от этого пошли там дальше, не пошли. То здесь у нас более сложная структура. У нас есть стек, есть непосредственно данные. То есть в случае, если у нас тут узел дерева, то тут будет 8 байт на тег из-за выравнивания, и еще 8 байт будет указатель. И в итоге у нас эта структура значит 16 байт вместо 8 в случае с сишки. То есть у нас в два раза больше памяти мы потребляем. Соответственно, есть еще... Это в Go? Нет, в смысле, это все в Go. Это наши бенчмарки. Вот. Соответственно, многие языки типа Rust, например, они эту ситуацию оптимизируют. То есть они сжимают эту структуру реально до голого указателя. Проверяют, если он null, значит, типа null. Там. А если он не null, значит... там узел дерева. Вот, соответственно, я сделал эту оптимизацию и, ну, сэкономил 2 секунды. Вот. Дело в том, что процессор Intel — это очень вещи, которые работают с памятью очень быстро. И несмотря на то, что у нас рабочий объем нашей программы уменьшился в 2 раза реально, мы отправили всего там несколько процентов. Вот. Но в дальнейшем нам все равно это пригодится, и все равно это нужно делать. Поэтому я сделал. Вот. А дальше есть такой маленький прикол, что задача поставлена так, что дерево конструируется вот как, да, то есть либо нет ни одного узла, ни левого, ни правого, либо есть оба узла. Вот. Соответственно, сишники, они что делают? Они проверяют, что один узел как бы есть, значит, второй тоже не null, поэтому мы как бы вызываем дальше. Ну, как бы, и абсолютно все так делают, и питон так делает, то есть, ну, там, в питоне это вообще важно, то есть, там, иначе шли бы так. Вот, и, блин, а нам система типа не позволяет это сделать, то есть, она не дает, нам нужно, ну, распакуй явно, то есть, сделайте проверку. И это маленькая проблема, то есть, я решил не останавливаться перед трудностями, и
Так как у нас, как мы сейчас в языке доступен онлайн-ассемблер в LVM, то можно сделать хак, то есть просто сделать каст внутри ассемблера. Тут просто замыкание затесалось, пока с ними работа не очень красиво происходит. Сделать каст внутри ассемблера и получить как бы без лишнего ветвления, получить здесь второй узел. Это дало 2 секунды. Да? Вот. На самом деле, пока просто очень маленькие, но все равно они очень важны, потому что из них складывается реальный результат. И, соответственно, мы теперь смотрим опять профиль. То есть опять у нас чуть побольше теперь времени мы занимаемся полезной работой. Вот мы кучу времени проводим в мало, фри, но еще мы проводим практически 40% времени, дергая референс-каунтеры. Вот. Но на самом деле, вот если мы смотрим на эту программу, Adventure, да, вот на вот эти функции, то здесь не должно быть ни одного вызова референс-каунтеров, потому что мы нигде не меняем данные. Мы здесь их конструируем, а вот здесь мы их просто обходим. Не должно быть ни одного вызова референс-каунтеров. Вот, соответственно, я потратил месяц жизни на то, чтобы понять, как... Есть такой алгоритм, называется... Load Store Analysis, который позволяет понять эти вещи, то есть понять, что мы не делаем сторов, и удалить вот эти все вещи, лишние дергания референс-каунтеров. То есть это привело к тому, что если мы посмотрим ассемблер реальный, который получается, там этого всего нет в оптимизированной версии. И это дало нам 12 секунд в итоге. То есть это уже быстрее, чем Go, это медленнее, чем Java, конечно, но это версия, которая вообще не оптимизирована. То есть вы просто пишете код, как обычно, ничего не делаете, получаете такие результаты. То есть для языка с референс-каунтером это, на мой взгляд, очень неплохой результат. Вот. А на самом деле стишный бенч написан по-другому. То есть он работает быстро, потому что он сделан не так. То есть он сделан хитро. Он использует pool для того, чтобы создать там объекты и... То есть он не вызывает ни malloc, ни free, а просто вызывает Apache Commons Pool и в нем выделяет объекты. Соответственно, локация в этом пуле, она очень дешевая. Поэтому я решил сделать так же. Ну, логично. На самом деле, все делают так. Давайте написал свою реализацию пула, которая выделяет память страницами, нарезает на кусочки. Функции инкремента и декремента, они загуляются, то есть становятся пустыми. И это дало, на самом деле, такая реализация дала 4 секунды, то есть это уже где-то уровень Java. Соответственно, код у нас поменялся тем, что мы теперь должны вот эти все деревья конструировать и обходить внутри пула. Ну, блин, это все равно не уровень C, по идее. Мы делаем то же самое, почему мы медленнее? Это же неправильно, то есть, как бы, давайте разбираться, в чем дело. И первое, что нам бросается внимание под C-шную программу, что мы в C-шной программе проводим в ядре всего 30 миллисекунд, а в нашей программе целую секунду. То есть у нас где-то болтается халявная секунда времени. Что мы делаем не так? Соответственно, проблема была в том, что я написал неправильный пул. То есть оказывается, проблема была в том, что я постоянно выделял страницы памяти и возвращал их в систему. И это на самом деле очень дорого. А пачевская реализация пула, она их получает и не отдает назад. Вот. И поэтому она работает очень быстро. Эта секунда она не проводит в ядре. Соответственно, я это пофиксил, просто увеличив размер страницы до 50 мегабайт, и в итоге я выделяю всего одну страницу на весь бенчмарк. И это очень быстро. То есть, мы уже быстрее Java на самом деле. Но все равно хотелось бы разобраться, почему так медленно. То есть почему C у нас 2,5 секунды где-то, у нас 3-4. То есть у нас же LVM, он такой крутой оптимизатор, там есть навороченный. Почему он не может разогнать нам код? Давайте разбираться. Теперь пошла в ход уже тяжелая артиллерия. Пошел перв старт. То есть теперь мы уже пытаемся разобраться на микроархитектурном уровне, что происходит, почему мы... так долго вообще работаем. Вот, и первое, что нам интересно, что у нас почему-то на почти в 2 раза больше ветвлений в программе.
как бы вы спросите, откуда эти ответвления? Их же нету, как бы. Вот, ну, эквивалентный код там на C, вот убрали отсюда там вот этот бренч, там, ну, уже негде ответвлением браться. То есть, пул также сделан. И непонятно, откуда ответвления. Вот. Кто-нибудь может сказать, откуда они взялись? Может быть, кто-то прям так сразу. Сама структура данных, может быть? Нет. Ну, доступ. Нет, он эквивалентен. То есть тут чисто вот код, который, ну, как на сишке получается. Оказалось, что GCC — это очень хитрая штука. То есть он сделал... То есть у нас есть функция make3. Функция, которая создает дерево, и она, видите, здесь создает один узел. Ну, в смысле, создает, два раза себя вызывает, да? Рекурсивный. А если мы посмотрим на то, что нам сделал GCC, то мы здесь найдем 4 вызова себя. Раз, два, три, 4. Спросите, как так? 4, 2 должно быть. Откуда они взялись? Да, оказалось, что GCC заинлайнил рекурсивную функцию. То есть, на самом деле, это очень сложная тема, то есть онлайн рекурсивной функции. Это больше похоже на раскрутку циклов, потому что ее можно бесконечно инлайнить. Да? Вопрос, насколько нужно раз ее заинлайнить. Но вот он решил, что нужно два раза, ну, один раз заинлайнить. Вот, и я начал думать, ну, блин, раз GCC может, значит, LVM тоже может. Ну, в чем проблема, да, как бы... Нет никаких проблем. Начал гуглить на форумах, а там говорят, что нет, LVM не может, потому что вот они как бы считают, что это сложно слишком для них. Вот тут я понял, что вся сила реально в GNU, да, то есть никакой LVM, то есть рядом не стоит. Но я решил не сдаваться и сделал онлайн сам. Почему нет? То есть мы проверяем, что если длина больше единицы, а не нуля, то мы, ну, просто задаем еще дерево вот здесь сами руками. Вот. И это нам... Ну, и в итоге у нас тоже тут получилось... Ой, что-то быстро. Вот. В итоге мы получили очень уже близкий результат. 2,8 секунды. То есть все равно это медленнее, чем СИП. В чем дело, господа? Где? Да, можно просто. То есть в предыдущих версиях ты правил компилятор, который генерирует код, потом а здесь ты поправил код. Саму программу, которая... Понятно. Ну вот, я добавил просто явно еще инлайн, еще один вызов себя. Но почему медленнее, то есть в чем проблема? И я посмотрел профили программы и нашел, что у нас одинаковое время работает аллокатор, одинаковое время работает создание дерева. Но вот у нас разное время работает функция обхода дерева. И когда я посмотрел ассемблер, который GCC сделал, то я немного просто офигел, потому что я не понял, что он створил. То есть он заинлайнил себя 5 раз, вот этот вот чексам. И то есть, как бы, то есть вот он здесь обходит по левому узлу 5 раз подряд, куча ветвлений. Ну и короче, я просто сдался, потому что... Я решил, что я не буду курочить код бенчмарка, чтобы, ну, уже вот эти вещи ловить. Вот, соответственно, подводим итоги. Это лишь один бенчмарк, он очень сложный. Бенчмарки на той бенчмарке, что они показывают те результаты, которые хочется. Плюс они... Я делал замеры на определенном железе. На вашем железе будут другие результаты. В других операционных системах, в других процессорах. На мой взгляд, результаты хорошие, что говорит о том, что, в принципе, идея жизнеспособна. Единственная проблема у нас здесь в том, что как мы даем возможность программисту подменять аллокаторы, то мы даем возможность выставить себя в ногу, да, то есть, потому что вы можете вот здесь породить какой-нибудь объект в этой лямбде и засунуть его куда-нибудь сюда наружу. И так как пул уже умрет в этом месте, то у вас случится там, ну, сипфолд или что-нибудь веселое там и так далее. То есть вы как бы даете возможности, но при этом открываете такой ящик Пандоры, то есть из сейф языка делаете, ну, из абсолютно сейф языка делаете дырки, проковыриваете, да,
про два. Но они уже проковырены, то есть, как бы, вот здесь, да, то есть, как бы, вот. Ну, а как, то есть, как сделать нативный язык без интеграции с железом? То есть, как? То есть, либо нужны указатели. Соответственно, тут у нас есть два пути. Либо забить, оставить это как есть, сказать, что это да. То есть, ну, в чем преимущество относительно C-шки? То есть у вас, вы мыслите блоками программы и какими-то большими кусками. Когда вы работаете с C, вы мыслите каждой строчкой и каждым указателем, который там живет. То есть у вас как бы задача в один раз проще, то есть проследить, где вы там что накосячили. Вариант второй – это посидеть, подумать еще год и написать какой-нибудь алгоритм, который будет понимать, что вы между разными менеджерами памяти пытаетесь данные как-то шарить и как-то их записывать друг к другу. А каким вариантом походить, я пока не знаю, честно. Ну, что можно сказать? Привет, RoboPyke. Я не знаю, честно, какие результаты были, но они на официальном сайте тоже такие же. Ну и, соответственно, какие-то философские области сделать по поводу бенчмаркинга, оптимизации и так далее. Вся проблема оптимизации в том, что вы должны точно знать, что вы делаете. То есть, если вы не знаете железо, интелские процессы и так далее, ну, хотя мы сегодня коснулись очень простых вещей, на самом деле. Мы не лезли там в какие-то архитектурно-специфичные вещи. Мы все равно должны знать, как работает машина. Без этого вы никак... Ну, вы будете просто ходить по комнате, блуждаться туда-сюда. Ну и, соответственно, наверное, все, то есть, что я хотел сказать, и как вам. У меня слово. Вот, Алексей, да, смотри, ты создал абстракцию, но уже через два слайда она протекла, то есть там вся программа уже была завязана на конкретную реализацию. Вот когда ты подключил пул, там уже, то есть подключение нового аллокатора или новой там стратегии, да, распределения памяти вызывает изменение программы. Да. Тогда у меня вопрос, в чем смысл? Смотрите, если вам нужно все это сделать, да, понять аллокатор, вы меняете все строчки вашей программы. Ну. То есть все. Почему? Потому что у меня есть библиотека, которая нам что-то делает. И она написана так, что она использует там системный локатор. И чтобы использовать другой локатор, я должен пойти в эту библиотеку и все поменять. Там, да? Каждую строчку поменять. Вот. Ну, какую-то, да, какие-то строчки. А тут я могу старый код использовать с новыми локаторами. То есть я могу старому коду давать новое поведение. А, ну, вот мне не очевидно, почему pool будет pool, будет работать с рефкаунтером. Можно я задам вопрос? Он не будет, он внутри. Он не будет работать сейчас. То есть является ли добавление пула добавлением другого способа? То есть он сначала сохранит старый локатор, который был в рефкаунтере. Вот представим, у нас программа написана, мы ее трогать не хотим, мы просто хотим поменять пул обратно на рефкаунтер. Вам придется ее поменять. То есть, без изменения текста программы можно или нет? Вам надо идти в Java, то есть вот 4 секунды. То есть, понимаете, полюса, да, то есть есть C, где каждая строчка, грубо говоря, есть Java, где вообще ничего, и есть какой-то компромиссный вариант. И, соответственно, есть разговор, что о компромиссном варианте. То есть есть такая книга, называется The Art of Garbage Collection, там что-то 300 страниц, там очень много алгоритмов написано. Но ни один из них, не работает лучше всех, потому что все не работают под какой-то кейс. И, соответственно, я просто предлагаю не мучиться, а под кейсы делать. Я удовлетворен. Евгений. Алексей, я хотел спросить. Чуть-чуть погромче можно, только камеру не возьму. Я понимаю, что ты хочешь сделать язык, в котором как раз будет возможность менять менеджмент департамент, правильно? Ну, аллокатор. Я еще не знаю, просто... По-другому это сделать, написав компилятор, нельзя. Я просто на всякий случай чтобы уточнить вопрос. Задача-то какую? У меня просто как тебе предложение. В C++ давным-давно существует такая вещь, как аллокатор. То есть можно подменять поведение оператора new на уровне класса, на уровне аллокатора, то есть менеджмента памяти, на глобальном уровне.
Может быть, вместо того, чтобы писать язык, поэкспериментировать там, тем более, что ты добивался скорости C. А тут ты будешь на C++ делать. Нужно попробовать, как эти локаторы работают, а потом уже можно и язык. Я объясню, да, хорошо, то есть в чем разница. То есть разница в том, что C++ это... С ним уже много экспериментируют. Вы посмотрите на C++20 стандарты, на другие стандарты. Нет, просто есть конкретный механизм, который, в принципе, по твоим заявленным функциям, он, по-моему, подходит. Ну, смотрите, если он... во-первых, надо разобраться, как там это работает. То есть, если он работает класс-бейст, как вы говорите, тогда это не подходит, да? Потому что, ну что я поменяю на уровне одного класса аллокатора? Там у оператора new просто можно определить параметр аллокатора. И оператор new оперирует... Только это значит, мне нужно в каждый new писать. Это неудобно опять либо переписывать, везде в new идти, писать, аллокаторы. Алексей, ты же не видел. Ну, вы сказали только что, я отталкиваюсь от вашего подтверждения. Ну, я понял. Я просто тебе как рекомендация посмотрю, может быть, не надо писать, проще обойдет. Вообще, на самом деле, да, C++ стоит закопать не только по вот этим причинам. Я понял, что я задал вопрос по этому C++. Потому что проблем на самом деле много, да? То есть, все, я задал вопрос. Закопать. Да, нет, ну... Это шутка. Никто не закопает C++, на нем написано куча кода. Да, ты думаешь? Нет, все понятно. Нет. Меня зовут Артем, спасибо за доклад. В общем-то, довольно интересная такая тема, но мне не совсем понятно, то есть проблему, которую решали вообще в этом докладе. Потому что, ну, вообще в начале доклада была четко определена проблема с питоном. Неужели нельзя было как бы решить очевидную вот эту проблему? То есть разогнать питон? Да, да, да. Это хороший вопрос. Разогнать C++. Проблема в том, что очень часто разогнать что-то другое, это тяжелее, чем написать что-то с нуля. Проблема в том, что когда вы что-то делаете, вы попадаете на какую-то платформу, вы попадаете под ограничение этой платформы. То есть питон ничего не поможет. Ничего, потому что у него, если вы число выделяете, то это налог, все. В том числе здесь все есть объект в питоне. Сам рожден будет быть медленным, да? Ну, зато вот. Java тоже, ну, в Java сейчас серьезный движ по поводу коллекторов. И там сейчас можно даже писать свои garbage коллектор, мы сделали отдельный интерфейс. Но... попадая в систему Java, вы попадаете на свои ограничения. И проблема производительности в Java — это не только garbage collector. Вот у меня на слайде не вышло. Вот сейчас тоже. То есть Java съела 4 секунды времени реально, но машина временно съела 10 секунд, потому что ей на Bootstrap понадобилось еще 6 секунд для того, чтобы поднять там JIT-компилятор, все скомпилять, загрузить классы и так далее. И это просто означает, что ей нужно использовать тех задачи, которые можно один раз поднять и много раз гонять. Да, на сервер-сайде. В embedded вы уже и в консольных утилитах вы тоже. Вот. Поэтому как бы тут очень много нюансов с другими платформами. То есть, моя лично, я сейчас 5 секунд, была задача построить модель компиляции такую, чтобы она была очень близка к нативному коду. Почти от него не отличалась в большинстве случаев. И в принципе мы этого достигли. То есть, вот. Какие ограничения ты своим языком даешь? Ты говоришь, что в любой платформе мы попадаем на свои ограничения. У тебя какие будут ограничения? Ну, во-первых, каких разумеется? Платформа C, она не дает никаких ограничений. На самом деле, сейчас вот в языке есть онлайн-ассемблер, наверное, это не лучшая вещь, которая... Наверное, ее куда-то... Платформа независимость, да. Подождите, но LVM — это платформа независимая вещь. Но ты делаешь ставки на ассемблере. Так этот ассемблер собирается под любую платформу. Видите, это же не Intel сейчас. То есть, по большому счету, вот этот онлайн ассемблер — это не ассемблер F6 или ARMA или еще чего-то. Это по факту способ получить указатели. Если чуть-чуть поменялся асан верхнего уровня на процессе, да, вот это может не лечь. Почему? На другой платформе. Ну, для примера, Эльбрус. Ты сейчас вот гарантируешь, что вот это на Эльбрусе
скомпилируется примерно в ту же структуру, которую ты добивался. Там широкое командное слово, совершенно другая платформа. Просто мимо, сразу. Поэтому я сразу говорим, язык привязан к платформе, и на Intel'е это работает, на другой платформе с вероятностью 90% не будет. Мы не тестили на ромах, мы не тестили. Вот, задали вопрос, какие ограничения языка? В языке для того, чтобы получить производительность, явно заложена привязка к Intel-платформе. Почему к Intel-платформе? Совместимость. Да нет, ты что, вот это самое... Ну, тебе потому что дают про Эльбрус. Эльбрус, широкое командное слово, ARM, еще вот, любой другой процессор. Вот Эльбрус есть, оператор LVM. Вопрос, как он написан, да? Как разменяется твое предложение вот это вот, которое эмулирует ассемблерную вставку, по сути? Тут ничего не происходит. Как это не происходит? Вот этот биткаст на Эльбрусе выльется в очень большой долгую команду. Биткаст, ну, биткаст это не каст. Это вообще просто сказать, что не, это может, такое. Нет, там это невозможно. Вот, короче, ты проверял или нет? Нет, не вопрос. Был вопрос, какие ограничения? Явно видно привязка к платформе. То есть от платформы дальше не ходили. Привязка к железному, к низкому уровню, да? Тогда согласен, но это не привязка к Intel-платформе. А к чему-то? Ну, ты на других же не проверял. Если я не проверял, ты знаешь, что это привязка. Еще раз, если бы не было привязки к низкому уровню и к этой платформе, у тебя должны быть примитивы общего класса, общего уровня, логически, да? То есть не должно быть низкоуровневых команд, не должно быть особенностей обработки конкретно этим процессором, конкретно этой платформы. Но тогда ты делаешь размен. Более общий язык за минусом производительности. Я понял вопрос. Он всегда размен. Вы имеете в виду, что если я нахожусь на Intel, то вот этот кусок мне должен быть написан вот так. Если я нахожусь на Армии или Русе, то он должен быть написан по-другому. Чтобы там получить ту же производительность? На самом деле нет. Он должен быть одинаково. То есть тут должно быть минимальное количество лодов, сторов в память. А как из этого сделать оптимальный ас для Эльбруса, будет формация LVM. Для арма. Вопрос, что там тоже все не может быть идеально. Но GCC тоже может плохо работать на армах, да? И на VR-ах. Как бы, что вы сделаете с этим делом? То есть тут нет привязки к платформе, это точно. Просто бенчи были только на Intel. Ну как? А вот i64 это разве не привязка? Ну, вам нужно 4 байта, 64 байта. Ну, это же ассемблер, это не конкретный платформ. Это не конкретный платформ ассемблер. Это просто ассемблер абстрактный. Там вопрос давно. Да. Давайте. Я понимаю, что программа на C, она была с рекурсией, да, написана? Да. Да. А вот если там занимание, то... Там есть, что вот C то же самое сделал. Ничего вот, не изменил. То есть у нас проблемы возникли из-за того, что GCC все заинлайнил. Нам пришлось гоняться вот этим заниматься. GCC показывает в ассемблере 4 вызова. Должно быть типа там 42. 4, потому что случился вот это другое. Здесь на самом деле 6, я просто скопирую. Uh-huh. То есть GCC заинлайнил и создание дерева, и его обход. А я решил не инлайнить обход дерева, потому что, ну, это как бы там все ломается в плане семантики, ну, кода в программах. Вообще ничего не изменится, да? Ну, я на самом деле пробовал, но не получается быстрее. Так что... Угу. Алексей, какое дальнейшее развитие получит эта работа, и где можно будет видеть другой результат? В общем, сейчас я занимаюсь... То есть... Сейчас в самом начале. Да. Вот, с самого начала. То есть, допустим, мы решили эту проблему как-то, да, сделали ее легче, да, для людей. То есть, наша задача что сделать? Две вещи. Первое, это чтобы у нас бейзлайн был достаточно быстрый, без оптимизации мы вообще код пишем, и он достаточно быстрый. А вторая, чтобы мы могли дать инструменты, чтобы докрутить. Но это лишь одна из проблем, из четырех, на самом деле, которые я вижу. И поэтому... Я, если рискну ввязаться в авантюру делать язык, да, то я буду решать все эти проблемы. Вот. Когда они будут решены, можно будет говорить об 1.0. То есть, а до этого, ну, приходите к нам на кафедру, мы там часто бываем. То есть, на GitHub есть исходники, можно посмотреть, как это работает.
Можно контрибьютить? Да. Можно, конечно. Вот на этих субботниках. На open source субботники приходи, да, ты контрибьютишь. Вот. А на чем написано-то компилятор? О, на скале. Можно вопрос добить для Kotlin? Что ты думаешь про Kotlin? Я думаю, что Kotlin будет очень тяжело. Но не потому, что я сделал язык, потому что на Java-платформе сейчас очень серьезный движ. То есть Oracle внесли, во-первых, VAR наконец-то. Вот. Это, конечно, очень вопрос на тему. Они занимаются head-of-time компиляцией. И сейчас интерес людей к платформе Java серьезно вырастет, и Kotlin на этом фоне будет тяжелее конкурировать. Когда было Java 6 и Java 7, как бы там, да, то есть, а сейчас уже сложнее. А Kotlin Native? У них же интероп, они не различаются с платформой. Нет, я имею в виду, что если у вас раньше Java 7 было настолько неудобно, что вы хотели писать на Kotlin, то сейчас у вас будет Java 10, там, или Java 12, еще что-нибудь сделают там. Сделают expression-based язык. И вот я сказал, что, блин, а зачем мне как бы Kotlin, если я могу, вон там 10 человек у нас стоит, джавистов. Их и так хрен найдешь, на Kotlin вообще еще сложнее. Вот. Но это вопрос, например, в моей компании из этого не берут скауты. Просто принципиально. То есть мы не будем знать, где найти людей. То есть, взял, то есть, конец, как хочешь. То есть. И что? Разработка на скалу дорого и беспощадно. И Kotlin тоже, поэтому отсеивается. Если Java будет развиваться так же, как в последнее время, то Kotlin будет тяжелее. Но у него есть серьезная ниша, это Android, потому что там как бы Java C. Android переходит на другую платформу. Да? На какую? Kotlin на Kotlin. На Fuchsia. Google же уже анонсировал, что на Fuchsia будет переходить. То есть они вообще весь стек Java выкинут? Нет, там нету Kotlin. Kotlin, ну как они на Kotlin Native будут делать UI? То есть, не, ну мы с тобой поговорим, мне просто это очень интересно. Это про это на конфесте рассказывал, кстати. Да. Это здорово. Да. Ну, Kotlin Native я трогал, пока очень сыро. Да. Но... На самом деле, я тут хотела прокомментировать по поводу хрен найдешь там и так далее. Вот на конфесте, когда были, там просто HR всех за рукава хватали. И говорили, так, пойдем к нам, вот сейчас давай с рюкзаком в Москву, там вот это все. То есть, ну серьезно, практически так и было, и там кто-то на флипчарте написал под конец, хватит хантить. Вот. То есть, там такая истерия была. Один из докладчиков просто со сцены сказал, вы заметили HR-истерию? Вот. Я просто к тому, что вот если посмотреть вот на это, не на том экономим. Ну, то есть, по-хорошему, нам нужно сделать так, чтобы все меньшим количеством людей мы могли делать все больше... продуктов. Не коды писать, а делать больше продуктов, которые там полезны людям и бла-бла-бла. Вот об этом было очень много разговоров. Как сэкономить 2 секунды, это, по-моему, не сильно кого-то волнует. Ну, на самом деле, сейчас задача мы... Да, задача другого уровня совсем, да. Проблема в том, что сейчас мы, на самом деле, остановились по развитию центральных процессоров. То есть, в ближайшие годы, ну, Intel там будет выдавать еще по 5% в год. Мощности, они растут. И на самом деле с cloud-платформами, да, почему Google стал популярен? Потому что он не потребляет память. То есть он потребляет, ну, может, медленно в данном бенче себя повел, но он память потребляет реально там несколько раз меньше, чем Java. Соответственно, когда вы пытаетесь нарезать огромный инстанс там, 100 гигами оперативы на кучу мелких там контейнеров, да, то вы начинаете думать и о процессорном времени, и о памяти и так далее, во всех вещах. И, на мой взгляд, это будет только острее в ближайшие годы все подниматься. Ты, кстати, не сказал, каким образом код на Java был написан вот этот. То есть он просто тупую все объекты создавал, и они исчезали при помощи гармаш-коллектора, или он тоже пытался какие-то пулы использовать? Нет, там написано обычно. А если пул задействован? Ну... А если выделить память и ее не освобождать дальше, чтобы она была... Нет, вообще, да, вы можете... Интересно просто... было бы посмотреть на бенчмарки в этой ситуации. Мне просто было лень их писать. Не, ну подождите, ну вообще, на самом деле, вот эти бенчмарки, они же написаны не на мной, были других языков. И означает, что люди что-то попытались сделать, и это был лучший результат, потому что там есть разные варианты. Может быть, нет, да. Значит, там сильно зависит от того, кто это делал. Там просто обычный учитель. То есть там как здесь.
Ну, значит, в HIP я не видел реализации. Может быть, попытались, но получилось. Не знаю, это открыто. То есть, на самом деле, я считаю, что Java показала себя очень хорошо. То есть, для нее это, на самом деле, очень хороший сценарий, да, когда мы прождаем тонны объектов и про них забываем. Для нее это просто идеальный сценарий. То есть, для garbage collector просто идеальная история. Если мы здесь там гигабайт, там, хотя бы парочку кэша такого положили сюда, который пожил бы там хотя бы минут 20 в JM, вот тогда было бы весело. То есть, и... Ну, интересная раскладка по времени. Сколько времени там занимает аллокация, сколько времени garbage collector, вот это все. Ну, я, честно, не обладаю таким профессионалом, чтобы заметить это точно. Вообще, именно в Java аллокация очень дешево. Там буквально к нескольким процессорным инструкциям. А garbage collector? Ну, то есть, это логично. Там передвижение указателя. А вот коллекция, да, удобно. Просто если вообще во всех high-performance applications вырубают нафиг GC, поэтому вот если вы вырубите, еще посмотреть, что получится. Вот мы с Алексеем писали игры постоянно на Дундаре, мы их писали всегда на Java. И там, если мы написали какой-то алгоритм, ну, совсем тупо, привет, да, вместо примитивов, типа там int-log использовать большие, то мы сталкивались со всякими смешными штуками. Игра идет, потом хопа, резкий фриз такой внезапно появляется на секунду, потом все снова быстро идет, мы такие, а, точно, garbage collector, да. А если мы делаем реал-тайм что-нибудь, обработку звука на лету, и мы такие слушаем, то это на самом деле в Java скоро появится value tip, когда они точно появятся. И это значит, что нагрузка на коллектор сильно упадет потом, когда перепишешь либо. И на самом деле потенциал Java платформы очень серьезный. Поэтому как бы вы правильно сказали, что конкурировать с чем-то типа Java, да, нельзя только вот эти. Я с этим полностью согласен. Поэтому как бы вещь. Ты же понимаешь, что вот в текущих условиях, я еще раз напомню про эту HR-истерию, то есть в текущих условиях, когда ты берешь любого студента, за месяц его обучаешь Java, и он пошел в бой. Мы будем за две недели. Конкурировать, ну, за две недели, за неделю, неважно. Но я к тому, что ее учат в институте, да, то есть человек выходит из института уже с минимальным знанием. И с вот этим конкурировать очень тяжело. То есть изучать какой-то сложный язык, в котором легко выстрелить себе в ногу, будут профессионалы, которые будут стоить бешено дорого, а бизнес уже задает вопрос: ребята, нафига мы столько платим, а вы все еще... Я хочу еще раз сделать акцент на том, что... конечно, слайды, да. У нас есть бейзлайн производитель, когда мы вообще ничего не делаем, да? Она, конечно, хуже, чем Java, но это такой кейс на самом деле, да? То есть, потому что Java это идеальный вариант, это худший вариант. Поэтому правда это посередине, да? Поэтому наша задача сделать, чтобы мы бейзлайн были быстро работали, ничего не приходилось. То есть, если пишете какой-нибудь там. То есть в базу ходите, да, и какие-нибудь отчеты запускают, никто не будет этим заниматься, да, то есть все хотят, чтобы они работали просто. А если вы сидите в ЕП... Там питон, кстати, вообще нормально заходит. Ну да, да, да. А отчет придет завтра, все нормально. А если вы сидите в ЕП какого-нибудь фреймворка, и вам там внезапно нужно работать с референс-типами, то вам бы, наверное, хотелось там посидеть пару вечеров, да, и там подправить, чтобы это работало быстрее. Поэтому тут как бы... Но ты же понимаешь, что можно написать фреймворк, который обойдет все эти ограничения? А Java? Да. И ты сможешь джуниорам написать то, что вот здесь вот надо упороться. Ну, хорошо. На слайде... Ну, во-первых, я считаю, что вот... Ты сделаешь так, чтобы GC не срабатывал, чтобы не было... Я считаю, что это проще, чем Java. Я реально считаю, что это проще, чем Java, и безошибочно. Потому что тут целый класс ошибок невозможен просто, в принципе. Да, нет нулов, тут нет класса, тут нет всякой хрени, ну, в общем, вот так далее. Тут ничего нет, то есть, тут, это проще, чем питон, питон непростой язык. А вот это вот точка зачем? Короче, зачем точка? Есть такая история, есть такая история страшная про парсер питона. Вот, мне нравится питон, я решил, блин, давай сделаем мост в языке, как бы, в чем проблема, да? Но оказалось, что писать парсер питона, это такая непростая задача, то есть, это... И пока здесь точка. Конец бога! На самом деле, смешно, да, но
возможность останется, просто потому что это дает некоторые дополнительные возможности. То есть, ну, я сейчас просто нет примера, да, Использование знаков препинания еще не скрыто. Так, короче, есть такой язык 4GL, вот это оттуда. В Берланге же, по-моему, запятая, точка. Да. Ну, в общем, это пока такой workaround, чтобы парсер был не такой сложный, страшный. Сейчас парсер очень простой. Ладно, я предлагаю закругляться. В принципе... А это можно в кулуарах обсудить? Ребят, значит, сейчас мы все отсюда выходим, чтобы мы хорошо проветрили. Да. Идем пить чай, кофе и мучаем Алексея дальше. Давайте минут 10 перерыв.